Всем привет! Сегодня я решила вернуться опять к тем вопросам и ответам, которые вы мне писали. И вот я вам обещала, что какие-то там вопросы, даже не вопросы, а предложения, на которые я вам отвечу позже. Ну, сегодня у нас будет тема для разговора. Это работа на заводе, кем, какие сложности. Я хочу вам рассказать о работе на заводе. Я работала на двух заводах в своей жизни. Но первый завод это у меня был в 17 лет. В 17 лет меня мама устроила работать на завод, туда, где она работала. Ну, завод там разные изделия выпускал, но я запомнила то, что я работала на хрустале. Я работала алмазщицей на хрустале. Что такое алмазщица? Станок, где там такой круг с алмазным напылением. И хрусталь нам давали вот такие какие-то уже болванки, то есть уже подготовленная, допустим, там ваза. Там были и вазы для цветов, для конфет, люстры, кружки, там, ну, разные изделия, в общем. Алмазщица нарезает рисунок. Ну, вот, к примеру, если взять вот такую вазочку, да, это, кстати, тоже вот изделие нашего завода. И вот эти вот узоры, которые вот здесь вот углубления, они нарезаются на алмазном станке. Ну, на этой работе вот самая сложность была в том, что мы все время ходили в резиновых сапогах, даже летом, в жару, и длинный такой резиновый фартук был у нас. Потому что там все это делается в воде, поступает вода, и вот это все нарезается именно в воде. Руки все время в воде. Ну, работа, в принципе, так была ничего, нормальная, но вот это вот единственная была сложность. А еще, что я запомнила вот от этого завода, мне было еще 17 лет, а молодым людям всегда очень трудно утром просыпаться, допустим, на работу, да. Опаздывать на работу, охоту мне отбили сразу. Один раз я опоздала на 5 минут, а у нас такая была проходная. Нам нужно было сначала взять карточку свою, а потом ее там воткнуть, ну, в какую-то штуковину, чтобы пройти, ну как в метро. Вот. И где-то без 5-7, вот в 7 утра начинался рабочий день. И без 5-7 мне нужно было уже эту карточку взять. Это, ну, без 5 уже переставали, вернее, давать эти карточки. И все, кто опоздал, всех так в стороночку собирали людей, потом заводили в кабинет, переписывали всех, кто что, с какого цеха, фамилия, имя. Потом только пропускали на завод. А потом у нас на заводе было такое радио, которое вот во всех цехах было слышно, и перечисляли эти фамилии, с какого цеха, кто опоздал. В общем, это было очень стыдно, это порицалось очень сильно. Ну, в общем, короче говоря, и мама моя работала на этом заводе, мама мне потом выговор сделала. Ну, в общем, это все очень сильно неприятно. Потом вызывали к начальнику цеха, там тоже выговаривали все. Ну, в общем, это было так неприятно, что у меня потом охота опаздывать на работу на всю жизнь отпала. И я уже так заранее лучше вставала, лучше пораньше прийти, но только чтобы не опаздывать. Помимо алмазщицы, я там еще работала, ну, немножко, несколько месяцев там в другом цеху, где я работала, в общем, как это оператор станков с ЧПУ. Ну, ЧПУ это была тогда такая вот лента перфорированная, и она была круглая, и она по кругу делала свою работу. То есть там очень маленькие были детальки, моя задача была эту детальку вставить, потом станок запустить, он там вырезал какие-то свои там кренделя. Потом, когда станок останавливался, детальку я должна была вытащить, смахнуть оттуда стружку, замерить там эту детальку и вставить другую. И вот на нескольких станках, сразу на двух-трех, я одновременно их как бы обслуживала. Это был 81-й год. Да, мне было 17 лет, 81-й год. И тогда, вот если сейчас компьютеры, все, тогда было ЧПУ, это просто было уже чуть ли не компьютер. Но что мне понравилось на том заводе, по сравнению уже со следующим заводом, то, что там все-таки были чистые, теплые цеха, эмульсия, которая подавалась на станок, она была беленькая, тепленькая, чистенькая, регулярно менялась. В общем, было как бы чисто и тепло, нормально в цехах было. Ну, на том заводе я поработала где-то около года, даже, наверное, даже чуть меньше года. Тогда, когда мне исполнилось 18 лет, я решила уволиться с этого завода, потому что, ну, я решила и от родителей жить отдельно,
В общем, мне тотальный контроль надоел, мне хотелось самостоятельности, и я оттуда ушла работать в аэропорт. А вот уже после аэропорта, уже мне было 20 лет, я устроилась работать на завод «Красный Аксай». Сначала, когда я туда пришла, ну, как всегда, в отделе кадров предлагают самую такую нехорошую работу, где она тяжелая, там, может быть, плохо оплачивается. Но чтобы устроиться, все равно ты идешь сначала туда, куда берут, а потом уже там осматриваешься и переходишь работать, допустим, в цех, который на ту работу, где тебе там больше нравится или где больше платят, ну, поинтереснее что-нибудь находишь, да. И когда я пришла на «Красный Аксай» работать, сначала я пошла работать прессовщицей, меня взяли прессовщицей в такой цех, в общем, ужасный, короче, цех. Работа тяжелая, я работала на прессе, и мне нужно было, там вот такие были огромные. Вообще, я хочу вам сказать, «Красный Аксай» выпускал культиваторы, и там были везде большие детали, большие железяки. Они тяжелые были, некоторые были очень тяжелые. И вот на этот пресс, на который меня поставили работать, там были вот такие лапы огромные, тяжеленные. Там одна лапа около 5 килограмм весила. И мне нужно было ее вставить в пресс, двумя руками нажать, чтобы там продавилась она под нужным углом. Потом эту лапу убрать, поставить другую. И было их очень много, целый день только вот и занималась тем, что вставляла. Но сначала я одну лапу брала двумя руками, а потом уже это неудобно. Ну, немножко так, чуть-чуть поднакачалась довольно-таки быстро. И уже потом лапу брала одной рукой, нажимала, второй рукой вытаскивала, ложила в другую сторону. И вот так вот целый день. Ну, а на этом прессе я поработала месяц где-то. Поднакачалась здорово. И потом уже я там нашла уже себе подружку, друзей нашла на заводе. И, в общем-то, благодаря им перешла работать в другой цех, где была работа полегче. И вот в том цеху я уже познакомилась со своим будущим мужем. Мы работали в одном цеху, мы дружили, мы гуляли после работы вместе и с мужем, и с подругой. Там еще были друзья, в общем, как говорится, мы вместе работали, вместе гуляли, отдыхали. Вот с мужем таким образом я и познакомилась. Сначала мы просто были друзьями долгое время, потом уже сошлись и вместе начали жить и поженились. Но наша компания не нравилась нашему начальнику цеха, и он решил нас разогнать. И, в общем, меня с подругой он решил с цеха убрать. В общем, я перешла работать в другой цех. И я, кстати говоря, там где-то пела. Ну, я параллельно вообще всегда везде где-то пела. И я уже петь пошла в ансамбль. Там меня пригласили в другом цехе. И когда с этим цехом, в общем, я уже, как говорится, распрощалась, я перешла работать в тот цех, где я работала, где я еще и пела самодеятельности в ансамбле. И там я работать стала сверловщицей и фрезеровщицей. Даже пробовала сварку, сварщицей хотела пойти, но меня ребята отговорили, потому что у них постоянно красные глаза, зайчики ловят. Вот. Ну, в общем, и фрезеровщицей, и сверловщицей одновременно тоже на двух, на трех станках приходилось работать. Но там была работа, в общем-то, железки, можно сказать, были не такие тяжелые, не такие большие. В общем-то, я втянулась, нормально работала. И очень хорошая зарплата у меня там получалась. Иногда просили остаться на вторую смену, там или в субботу выйти поработать. В общем, в итоге средний заработок у меня был 250 рублей. А, несмотря на то, что вот даже вот в аэропорту, когда я рассказывала, я работала, там у меня была зарплата заправщицы самолетов 150 рублей. Большая, видите, какая разница. Но 250 это уже было просто богатое по сравнению с той зарплатой. Вот. И в этом цеху я работала уже до декрета. А какие сложности, неприятно, что было. Вот именно вообще, в принципе, на этом заводе, то, что там были очень старые станки, грязная вонючая эмульсия. Зимой там было очень холодно и в цехе, и в раздевалке. И когда утром приходишь на работу, нужно вот это вот одевать на себя холодный комбинезон, грязный, понятное дело, потому что каждый день его стирать не забирали же мы домой, только на выходные. И вот идешь, уже одеваешь этот, в раздевалке уже неприятно одеваешь вот этот холодный грязный комбинезон, идешь в этот цех. Руки все время грязные, черные, несмотря на то, что там перчатки, не перчатки, все равно.
Ну и тем не менее, зарплата, в общем-то, когда мне нравилась, и я поэтому там и работать и осталась. При том, что я там же в том цеху и пела. Я даже помню, как-то зимой очень-очень было холодно в цеху, что мы там даже костер жгли рядом со станком, пока начальства нет. Но это там вторая смена, если вот уже, ну, в общем, греться приходилось как-то. Но зато, когда я только забеременела вот с дочкой, там сразу же меня отправили на легкий труд. Буквально вот в первых же месяцах беременности я уже выбрала там работать в техотделе. А в техотделе, конечно, там чистенько, сухенько. Сидела там, чертежи чертила, ну, в общем, графики какие-то составляла. Ну, такая бумажная работа, в принципе, она совсем не тяжелая. И там уже до самого декрета я, в общем-то, работала в этом техотделе. И получала свою среднюю зарплату 250 рублей. Это была хорошая зарплата для техотдела, потому что технари получали со своим образованием что-то не больше 150, по-моему, не зарплата была. На заводе там поликлиника находилась и гинекологи. И они сразу, как только вот женщина беременеет, сразу из тяжелого труда убирают на легкий труд. И вот так у нас было. Это хорошо, в этом плане было все хорошо. А еще когда я ушла в декрет, как раз меня пригласили петь в ресторан. Еще дочке было 10 месяцев. Но это будет уже отдельный рассказ про то, как я работала певицей и параллельно работала на других каких-то работах. То есть у меня как бы основная работа была, да, так как мне завод выделил общежитие, где я жила. Я должна была продолжать работать на заводе, увольняться я не могла из-за жилья, поэтому приходилось на заводе кем-то работать. Поэтому там уже и уборщица, и дворником, и нянечка в детском садике, в общем, там изощрялась как могла для того, чтобы вечером я могла идти работать певицей, уже, как говорится, свое любимое дело делать, да. Притом в ресторане, когда я пела, там тоже неплохо зарабатывала. Как раз вот пока я была в декрете, где-то, ну, дочке было 10 месяцев, когда я пошла, и уже было ей полтора года, когда на то рабочее место вышла тоже с декрета певица, которая там раньше работала. А я вернулась обратно на завод. Но я поняла, что тяжело как бы мне работать и на заводе, и садик. И там еще в садик мне нужно было перевести с яслей в детский сад. Там ее не брали, так как у нее было противопоказание там одной прививки. В общем, пришлось мне в садик устроиться нянечкой, поработать там, чтобы своего ребенка туда устроить. Ну и потом там тоже мне подсказали место уборщицы, где можно просто утром прийти, убрать и уйти. Ну, то есть где-то было полегче, где-то была зарплата поменьше, но больше свободного времени. И я могла совмещать работу уборщицы с певицей. Но это отдельная история. Так что вот когда я вышла с декрета, мне пришлось устроиться еще в детский садик. И там где-то я, ну, наверное, около года, может быть, чуть меньше, я проработала нянечкой в детском саду. И все детки, которые росли вот вместе с моей дочкой одногодки, была я у них нянечкой. Многие дети вот до сих пор уже выросли, взрослые. Ну, детский сад, собственно говоря, это, можно сказать, не мой такой любимый выбор. Это заниматься с детьми, в общем, это не то, о чем я мечтала, поэтому я в детском садике проработала столько, сколько нужно, но это не мое. И я вернулась работать обратно на завод. А у нас там был еще цех благоустройства, где можно было вот устроиться уборщицей, допустим, и параллельно работать еще где-то кем-то, для того, чтобы жилье за собой сохранить и также на очереди на квартире стоять. Но убирала я не цеха, я не на самой территории завода работала, я работала в Дворце культуры. Поэтому там чистенько, в общем-то, в принципе, работа была легкая и с работой быстро справлялась. Подработать мне там тоже предложили дворником, там небольшой участок, но это дополнительная зарплата, в общем, была у меня. Ну, также я принимала участие в самодеятельности, также на заводе там пела, давали мы концерты в цехах, там какие-то предпраздничные концерты, в общем, на смотре самодеятельности тоже поучаствовала. Кстати говоря, вот на смотре меня там и увидели. Пригласили работать в ресторан. Но это отдельная история. В общем, так или иначе, моя вся жизнь на заводе или, ну, в основном на заводе, вот в принципе на этом заводе, я проработала в целом 9 лет и в декрет уходила дважды.
Но ушла уже с завода, потому что как раз вот это была перестройка, зарплаты уже месяцами не платили, поэтому пришлось уже работать на стороне. И как-то я пошла в отпуск. Во время отпуска нашла другую работу, там я работала швеей, шили мы кроссовки на частников, то есть вот эти цеха тогда пооткрывались. И, в общем, там платили зарплату каждую неделю, а детей кормить нужно. И, в общем, в целом, когда уже отпуск мой закончился, я пришла на завод, я уволилась. Ну, и через некоторое время завод, в общем-то, и закрыли. То есть там уже развалился, можно сказать, завод. Сейчас его уже не существует. Ну, в общем, как бы основное, что я вам хотела рассказать про завод, я вам рассказала, какие сложности, то, что рано вставать. А вот еще что хотела сказать. Когда первая смена начиналась, ну, это было еще до детей, а первая смена у нас начиналась в 7 часов утра, и это нужно было рано проснуться, особенно вот зимой сложно, когда транспорт плохо ходит, а на завод ходил только троллейбус. Хотя и недалеко ехать, там остановок 6-7, но битком набивались в троллейбус, люди на подножке висели, невозможно было уехать, опаздывать тоже нельзя. И вот это я помню, набитые троллейбусы все время, то на подножке висишь, что тебя как селедку туда там запихнули в этот троллейбус, там стоишь, не дышишь, что пуговицы отрываются на пальто. В общем, вот такие сложности были, добираться до работы, то, что холодно, грязно. Ну, в принципе, зарплата по сравнению вот как бы с основной зарплатой в те времена, на заводе действительно зарплата была хорошая, и особенно рабочие за станком получали хорошо. И, в общем-то, это подкупало, и это меня держало там, потому что я знала, ради чего я, в общем-то, мучаюсь, да. Ну и все, основные вот такие вот работы мои были по заводу. Но, видите, у меня так или иначе проскальзывает тема пения, да, что я там пела. Но я думаю, что это пение, это будет отдельная тема. Ждите, тоже я вам расскажу про то, как я стала певицей, как я к этому пришла и как я по своей жизни работала певицей, но параллельно с работой еще какой-нибудь совмещала. В общем, почему я не вышла на большую сцену, хотя, в принципе, могла. Ну, а на этом свою болталочку я хочу закончить. В принципе, я не собиралась много набалтывать, но на этот вопрос, который у меня был, я ответила, по-моему, целиком. Видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!